Какая-то странная надпись. Бум бурум 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 бум 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 бурум 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 бум бум. Ты куда же ломанулся-то? Всем привет! За это машиной. кактус экрона, какой на машине? Это кактус экрона, и мы продолжаем играться в игрушку под названием DNC Light The Following. В прошлой серии у нас этот чудик покончил с собой. Нацепил маску такой, говорит, думает, я, говорит, я выживу. А нихера, у него, по-моему, рак был, да? Да. Вот, и он там такой хотел призвать бога солнца или бога там какого-то. А ему не удалось, ни хера. Вот мы сейчас идем Джасиру, отдадим книгу. И маску. Да. Маску мы с него сняли и отнесем Джасиру. Отодрали от лица маску. Я подумал, у нас машина новая. Ни хера себе. Сколько почтовый ящик, кто его чинит-то? Так, я за рулем, потому что мне надо качать. Сейчас, подожди, заправлю. Ты меня опять пизди, куда надо ехать. Завел. Подожди, это пока тут нет никого. Давай покрафчу хотя бы что-нибудь. А, ну давай. Блин, снаряжение до сих пор не открылось. Я пойду тогда вон ту машинку открою. Так, двигатель. Опа, и... нет, а уже кто-то есть, смотри. Это что? Я их перебью. А, турбина. Один готов. И двигатель. Вот, сейчас их попробую делать. Так, а я тебе махаюсь-то. Турбину и двигатели. Крафты. Больше нет никого, никого. Ой, ты, а это не ты. А не могу. Не, ну турбину могу сделать. Армейскую. Да на ну нахуй. Почему? Я сделал. Ах ты чё? Да ладно, легко сломать не могу. Все, сделал. Все. Только надо было тебе тогда машину призывать, может ты там уже можешь что-то крутое сделать. Какой у тебя левел вождения? А, сейчас тебе скажу. А как это посмотреть? В навыках. 4. 4? Может я тогда понял? 6. У меня шестой. Сейчас, погоди, механик. Позволяет создавать детали. Так, давай вот это. А, разблокировать-то. Купить навык. Окей. Окей. И. А это что у нас? Механик. Окей. Окей. У меня уже третий левел механика. Надо мне еще чуть-чуть. Давай. Сели. Сел. Поехали. Да. Куды? Джасиру. Сейчас направо. Езжай, езжай по дороге. И перекрестка там направо. Вот здесь направо. Да. Я на карту смотрю. Если что. Ой. Через мост и потом налево. Ихи-у-у-у-у-у-у-у-у. Там большой стоял. А ну, просто если бы я 6-7 левел. Мне кто-то глаза залил. Если бы я 7 левел лапнул, я бы и этого скачал. Налево? Таран. Да, налево. Там потом будет маленький поворотик направо. Направо, короче. Где направо? Далеко? Ну вот, сейчас будет. Буквально. Воу! Вот он. Не туда, вот, да? И да, езжай, езжай, езжай. Прямо туда, по я этой поехал. Дорожке. Езжай, говорю, по этой дорожке. Воу, занесло! Ох, еще раз. Опа, опа. Давай, давай, езжай, езжай, езжай. О, дерево! Куда нам-то? Езжайте, говорю, по ней. Ну, вот я по ней еду. Вот, чуток левее возьми. Вон, видишь, там дорога еще одна идет. Бери, бери прямо на нее. Вот. Сейчас еще раз поворот налево будет. О, еще раз налево. Пропустил. Еду, 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 еду.
еду. Куда ты едешь-то? Куда? По дорожке. Не по той? Давай налево. Вот прямо. Направо. Направо, направо. Вот, вот здесь налево пересечь. Пересечь пути налево. И вот выезжай на большую дорогу там. Направо? Сейчас, да. Вот, ну вот, да, да, вот так езжай. Йо! Опять залил глаза, не вижу нихуя. Вон там, прям перед тобой Джейфер. Оп, вот он. Все. Ну ты пипец. Припарковал. Фух. Смотри, там этот стоит. Кто? Прям взорваться хочет. Ушел. Пошли. Слушай, а вот смотри, какой-то неписюк тут стоит. Наверху. Пойдем поговорим. Ты? Где на второй этаж-то? Вот он. Так, он еще выше. А как мне внутрь-то попасть дома? Во, вот он. Как, чё? Дурак, через дверь, что ли? Через окно. На лесенку, еще выше. Он тут сидит. А это не вот этот бородач, который это? Нет, тут алкаш какой-то. Ну ты чё ж там шаришь? Это выше, говорю, по лесенке. Вот. Куда ты повис-то, блядь, дебил? А это кто вообще такой-то? Марван. Как он может? Не говори, да, говорить об... одновременно. И пи, да. It starts in the olden days when people still were honest and true, and there were. Он типа уснул, что ли? Да, давай его зарежем. По звукам было вообще такое, как будто он еще обливание. Пошли. О, смотри. Обоссался. Болванчик. СГ. Во. О, а я как сижу-то. Смотри, я присел? Да. Нихера. А что, ты типа не умеешь присаживаться? Нет, она автоматически присела. Смотри, залезь туда. Нет. А, ну приселась. Ты черт. Пошли. Так, надо в магазин заскочить. Так, детская мы были. Купить там всякого. Пошли, пошли. Я только за. Хеллоу, стрендер. Хеллоу, хеллоу. Пойдем поможем. Кому? Вон чуваку. Который помогите о своей засаде. А так паладина скупить надо. Так, смазка, силиконовые кабели, проводка, резина, вот это все. Аэрозоль, батарейки, вот это все. А болты не продает, да? Продает внизу. Болты. Мотай. Да, купил. Купить. Ой, я забыл ему продать хлам. Так, продать хлам. На 19 тысяч насобирал. Не, я на 11. Все, пойдем. У меня уже 250 тысяч. Так, мап, стой, слушай, подожди, послушай. Тут этот чувак где-то, где он орал-то? Говорит, помогите, я, говорит, своей хижине. Ай, блин, сипец, я не хочу. Я не слышал вообще ничего. У меня тишина была. А, вон он, наверное, выживший. Он на острове, слышишь? На каком? Вон на острове. То есть вон оттуда, откуда мы ехали? Ага. Да нет, это он там был давно уже. Ладно, давай к Джасиру. А там что? А, удерживайте. Не, удерживать не надо. Давай. Трепись. Джазир, please don't ask any questions. Just hand this stuff to the acolytes when you have a chance. Okay, it's very important to the mother, I know. А, не, смотри, базарик. They told me already. I'll tell them I have it.
Педаль в пол. Да и это просто поставилась другая заданька. А чё, давай вот это, доставить это. Езжайте к месту гонок, садитесь в машину. Да нахрена тебе это, гонки нужны? Да, не будем. У нас, кстати, печёнки-то нету, чтобы это, канистру бросить, пойду проверю. Блин, а что нам делать тогда? А чё, не знаю, дальше Пакистан нету. Зацепки проверять? Давай. Побочные задания? Да. А чё, он, мы ему главную маску отдали, говорит, передай, говорит, этим, ну, жрецам этого солнца света. Он такой, да, я передам, и чё, и всё. Так, а здесь-то у меня чё? А чё у тебя? А, это просто это к месту гонок езжать. Задание, тогда вот азарт поставлю. Пойду-ка я свою тоже машину проверю. Даже баллончик какой-то. Во, смотри. О, а мы там были на зернохранилище. В конце тоннеля смотри. Так, ладно, улучшить. Так, это я могу починить-то? А вот починить все. Да. Деталь сцепления уровень 6. А у меня больше и нету. Так, а почему я починить не могу? Ну ты чё? Подожди, я там что-то починить. Не чинится, слышь. Да, вот, когда у тебя багает такая херня. Я тогда все эти ремонтные спустил, так меня и не починилось, блин. Все эти спустил, какого. Вам не хватает материала для... Бля, синтетики не хватает. Чтоб тормозной диск сделать. И еще синтетики не хватает, чтоб турбину сделать. Так, тут поехали на двух машинах. Зачем? Поехали-то на моей. Ща, погоди. Аксессуары, кого мы, болванчик, кого взяли? А, Джасира? Эсги. А, вот она, да. Нахер ее. Талисман, лучше Эсги возьмем. Модификация, тут тоже ничего нету. А чё, а болванчик Эсги? Он, там за это баба стоит, что ли, да? Угу. Или голова только от нее. Угу. Где твоя? Ну и поставил, пускай. Где твоя бибика? Вон там ты ее оставил. И он ты ее призовешь. Ой, стой, подожди, а что это такое? Чего у меня там кулачок стоял-то? Куда, до зернохранилища, да, ебашь? Да? Заправил? Нет. Идишь как дурак там. Давай, куда? Так, а сейчас подожди. Ой, обосраться, это опять ту часть города, откуда мы только что приехали. Давай быстрее, то он кратный сзади нас. Ладно, я поехал. Езжай, да. Не в том направлении, в другом езжай. Ух ты, смотри, кто тут сзади нас был. И что, вот так по дороге все время? Да, держись просто с правой стороны. С правой стороны дороги или что? Да, правой стороны дороги. Хотя вот езжай прямо. Вот сейчас налево поверни. Да не прям сейчас, там дорога будет. Ты ж между деревьев ездить вообще не умеешь. Умею, смотри, проехал. Вот, видишь дорожку? Езжай по ней и поворачивай направо. Вот, езжай дальше. Направо-то когда? Здесь? Вот, езжай просто прямо на другую дорогу. Езжай, езжай прямо. Вот направо по ней. Ой, навигатор с тебя фиговый, да. Вот и езжай. Я тебе так тачку расхерачу. Навигатор херовый. Ты там долбишься, там глаза не видишь, ничего куда ехать. Вот, езжай, езжай прямо. Опять болотцы, шмонотцы. Помнишь, мы только что ехали по этой дороге?
Ага. Ты не запомнил ничего, напомнил, напомнил. Молодец, тогда сейчас налево. Не так, да? Вот, налево. Поможем? Давай. Я хотя бы ноги разомнул, сейчас блевану. Ой. Это и этот. Да ладно, вот этим. Все? Кто меня ест? Не знаю, тут зомбари почему-то лазят еще. Вот. Они его сами убили, ублюдки. Так это зомби-апокалипсис, они не должны тут лазить. Че в нем? Ништяки? Угу. 400 баксов. Пошли. А не, смотри, ему до сих пор помочь надо. Да он сейчас просто с этими драться будет еще. А, ну да, пока мы туда не залезем, я всех не вырежу. Ты полево? Давай. Да. До поворота направо. На мост. О, по дороге она хорошо едет. По песку она едет, пиздец как. Раздаем. Вот поворот. Направо. Я через мост надо проехать. Через мост надо проехать. Ой-ой-ой. Вот, а я бы сейчас таран бы вкачал, и вообще будет шикарно. Ты меня сейчас убьешь. Оу! Вот сейчас чуть не померли. Ты сам забинтуйся. А я не могу, а машина не бинтует. Бинтует. Езжай, езжай по этой большой дороге, там первый камень увидишь. Don't even try to get. И все. Вот это вообще просто. Ты помер. Нет. Он, ну, сейчас вот еще немного, и ты помрешь. Правильно, а в меня блевало, ублюдка. А нахрена тащи маневры ты на лужах делаешь? Вот оно, зернохранение. Что ты делаешь-то? Где зараза? О! Ух, ё, это что такое было? Кайлен, эти услышали. Погоди, кто-то стрелял по тебе. Слушай, а в натуре? Кто редит-то? Опа! А, вон они! Слышь, тут ублюдки! А тут ублюдки. Они тут всюду. Они заполонили всю планету. Так, где еще-то? Надо наверх, слышь? Блин, против людей-то я не привык огнестрел-то играть. Откуда редит? Сука, меня убили. Меня положили. Тебя сейчас тоже положат. Да давай, чини. Кого, меня? Нет, палку мою. Он палку не чинит мою. Да какую жопу палку, блядь, ты меня ресни. Да я отбиться от них не могу, блин. Ладно, я удержу. Сейчас тогда потихонечку туда зайдем. Блин, 4400 потерял опыта. А ты от какого? А тимплейный игрок, я прям просто фигею. Мол, типа, а зачем на парни? А, во, я вот тут рядом. Когда можно вломиться и огрести. Да. Ну вот, а что тогда плачешь-то, что у тебя ничего не получается-то? Да, и мадя пока. Так, ладно, я бегу. А, не туда. Вот это.
Так, а тут я не пролезу же, да? Да. Ладно. Не пускайте с одной стороны, пойду с другой. Ой-ой-ой. Как их тут много-то. Так, а ты-то где? Ты вон он. Ну и чё там сидишь? Чё, я их режу. Почти всех зарезал. А, нет, он... Ёп! Чё-то какая-то тряпка меня только что пролетела. Это чё было-то? Не знаю. Прям какой-то шматок. Кто пиздит? Да где-то он это? Да вон они внизу. Опа, 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 опа. Хорош. В глаз. Где еще? Где он прям? А, вот он. Ой-ой-ой. Ну чё, он не высовывает ни голову, ничего. А бочка вот эта взрывается? Нет. Е, я ему в ногу попал. Во, вынул, вынул. Во-во-во, сбоку, сбоку, сбоку еще шныряю. Фуф. Непривычно, да, играть против этих? А чё-то я вон того наверху не могу убить. И подсветить ведь тебе нельзя. А, жилье... не, во, смотри, вот. Падает. Видел, да? Нет, я не видел, я в другую сторону смотрел. Ну чё, пойдем еще выше. Вон, вон, он еще впереди был. Чё ты этого-то смотришь? Ты балда. О, ящик трудно, подожди. Подожди, давай убьем их сначала, потом ящики трудно. Открыл, убьём. открыл, иди сюда. У меня так быстрее просто открывается. О, динозаврик. О, возьмем. О, задница. А, задира. О, задница. Ну, кого задира, а у кого сзади. А он где-то ниже немного. Опа. А, это ты. Вон, я его вынул. Вон, он еще внизу. Сейчас гранату кину. И наверху еще один. Че? А, вон, вижу. Наверху, наверху. Блин, я в перекладину попал, прикинь. Ой, мне хуй. О-о, че ты тут, это? Граната. Бля. Не, я жив, 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 нормально. Короче, я пойду его вот так зарежу. Еще одна граната. Блин. Я ему в спину шваркнул. Наверху еще один. Перекладину попал. Да ты чё, хорош ты, ты не бегай, кузнечик. Оп. На тебе грудак. На тебе еще. Во. Во, всех зарезали, да? А, ну все, вроде не пиздят больше. А чё нам вообще тут надо? Кого-то они тут в залогах держат, да? Ага, ну они же сказали, там это в заложниках. Хотя у меня тоже огнестрел был, надо было их тоже огнестрелом ебашить. Наверху-то да за барин не бегаю, чё? Чё, да ладно? Я их так мечом классно порубал. О! Башку срезал, там еще один. Ну да, я войду. Сейчас, подожди. Он это какой-то броневик. Слышь? Ну, голова-то у него нормально слетает. Да? Да. А я что-то прям по нему обойму высадил, а ему хоть бы хны. А ты что-то не стрелял, если у тебя... Ты стрелял по этой... По двери.
Так, значит, надо еще такие комнатушки искать. Это что, сок апельсиновый, да? Сок апельсиновый. Где? Хот-дог недоеденный. Вон, целые упаковки апельсинового сока. Да, сок апельсиновый. Блин, я бы сейчас сок бы навернул и с хот-догом вместе. Кстати, да, что-то хот-дог захотелось. Ты этот душ не трави, я бы сосиск навернул. Вот еще двери сзади. О, выскочил. Чай двери сзади. Есть, готова, башка слетела. О, вот он, нашел. Иди сюда. Полный комплект. Полечись. Блин, я думал, они ему рожу и за. Полечись. Полечился. Смотри, гвозди тут. Ну, чувствуется, вот так это. Нифигово тут. Смотри, молоток стоит, они в него гвозди вбивали. Смотри, они в лицо ему. Они ему маску прибили к роже. Ни хрена. Смотри, вон у него гвозди торчат прямо из всей рожи. Да еще взяли соточку. Бедолага. Соточку херачили. Ладно, давай, трепимся. Орган. Орк-кан. Holy fuck. Орган. Твою мать. Yes, I'll try to help you. No. Just listen. They're following us. Wanted the cure. Didn't know how to open. So asked about mother. I told them. Бля, жесть, у меня ж ладошки вспотели. Don't talk, save your energy. Ну не знаю, представил то, что меня так чем-то прибьют к лицу. Light. Маяк. На маяк надо. Stay with me. Damn it. Вот все так, да, вот эти как он. Да, во всех фильмах, во всех играх. То есть они живут, и даже час-два часа можешь тут лазить, блин. Они живут, а только после того, как что-нибудь скажут, они вот все договорят. Или знаешь, как что-нибудь не скажут наоборот. Типа там этот кто? Кто, черт возьми, этот? И подыхает. Ну вот так. Ну чё, всё, погнали. Давай. Моя? Ага. It's Crane. The bandits were in the granary. So was Orkin. They captured and tortured him. May the god of the sun accept his soul. Did he tell them anything? I don't know. He said he didn't. He did try to tell me something about the cure. I guess they didn't know how to open it. So some of its remains, even though they spilled a lot at that field. Do you have any idea where they could have gone? Orkin said something about the lighthouse. I'll take a look. Thank you, brother. If you find those vials, give us a sign immediately. You'll take it straight to the mother. Я так понял, они всю вакцину, что ли, собирают к себе и пытаются всех это сделать зомбаками, да? А хрен знает. Вот, смотри, а тут внизу еще что-то, слышь? У тебя тоже есть, да? Синенький маркер есть? Есть. Ты ж, бляха. Ой, там эти паркурщики. Ну и ладно, вон пошли по лесенкам. Так закрыты же лесенки. Нет, вот я, смотри, спустился. Ой, их там много. Они окружают. О, бля, я думал, я все, я вниз падаю. А, да, вот это закрыто, смотри. Ладно, пойдем отсюда спустимся. Тут хоть все-таки меньше падать-то. А, ну есть уже можно. На зерно не больно. Так, а теперь надо наверх. Теперь она наверху. А, это твоя марка или моя марка просто стоит? А, да, марка. Твою мать. Давай в машину. И на маяк. Давай. Так, только я что-то... Вот. Жух. Я готов, Карл. Давай, поехали. Куда? Хорошо, хоть до маяка недалеко. Уезжай и налево. И прям по большой дороге дальше обратно через мост езжай.
Опять вот через военный городок. Ну, через блокпорт. По дороге, а налево-то когда? Все, ты уже налево повернул, выехал с этой зерной проверки. На тебе, бля, башку разбавил. Объезжай, я объезжаю его. Объехал, объехал. Кто это? Это ESG? Lena, а, это Лена. Lena? Kyle, please, if you can hear me, you have to hurry. We're going to lose another floor. Lena! God damn it! Fuck, I'm so close. А где она? Он тебе в рожу бьет. Кулаком. Куда ехать-то, ёпта? Да вот, вот, езжай. Ты на правильном пути. Сейчас направо. А чё с Леной-то? Куда она делась? Не знаю. Погоди, Лена, это кто? Это же та бабища, которую мы убили, которая с Эсги потом... О, направо надо было. Да. Это не она? По-моему, да. Ну, так мы же ее замочили, она превратилась в Эсги. А Эсги мы спасли. Она же вот это поставала. О, вот самое главное, с маяка не упасть. Возлюбленный. Я думаю, ты там читаешь и вникаешь. Ну, а я почитал. А я ехал. И все, он сказал, говорит, черт, я так близко, а куда? У нее там что-то связь глючила. Я думал, она вообще в этой... Как это? Вон тот городок этот французский. Мы же туда их перенаправляли. Я думал, она там. Бечевочка. Искать. Так, ну, а чё, погнали на маяк. Чё, прям сам маяк надо? О, может, мы сейчас залезем. Может, сейчас откроют. Не дали. Прыгали тогда по нему. Да, во, можно зайти в маяк, слышь? Я зашел. Лезешь за мной? Нет, еще. Почему? Иди, вот, окно открыто. О, я собирал барахло. Там была машина. Где окно открыто? Да я весь маяк вот, пошел. Вот, дурак, с вода. Вот, чё? Где вот? Меня не видишь, что ли, вот наверху? А, вижу. Вот окно открыто. Дурак. Ёпта, нам наверх? Наверное. А вот еще одно окно открыто, так что... А, нет, смотри. Вот еще придется, окно. Да. Придется вот так, смотри. Отсюда выходим. Ого! А, так, и хреном об косяк. Не, наверное, скорее всего, просто вниз надо. Ну-ка, пойду сбегу. Не, не надо. Опа, чё не надо? Вниз не надо. Так, а это закрыто окно, слышь? Фуф, я за него аж переживаю. И это закрыто. Во, у нас наверху открыто. Давай тогда тут повисю. Видишь меня? Фуф, ёпта. Все, ты умер? Нет, ну я... Что-то у меня пальцы соскочили. Давай, заползай туда. Я что-то не смог. А как вниз спуститься, слышь? А, на С, по-моему. Фу, да, на С. Да ты хорош, ты меня не пугай! Ну-ка, отвали, да я попробую. Чё-то ты не можешь залезть-то в окно. Да он не знаю, он крутится с это, сбоку. Залез, что ли? Нет. А я что-то не могу посмотреть вот окно. Наверное, может, еще выше? Нет, еще выше нету. Ну ладно, я пойду в другом проверю окне. Как же он меня пугает, а? Не, если я упаду, я все, я труп. Да, и здесь тоже нету. Чё-то я не вдупляю, куда нам? Чё-то он так долго это... Так, ну показано, нам еще выше надо. Да вот показано, окно открытое. Да.
пролезть-то мы туда не можем. Во, я пролез. Как? Я просто прыгал, немножко в бок надавил. Залез, короче, на самый верх, вот на эту, на жердочку. Да, вот еще выше. Вот. С дави и чуть-чуть в бок, в тот, который надо тебе это проскочить. О, да. Так, надо сразу захелиться. Слышь, у меня аптечек нету. Так, подожди, 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 не ходи, не ходи без меня. Так, где аптечки-то? Тут две двери. Погоди, горю же. Так, аптечка, окей. Еще раз аптечка. А поскольку он делает? По две? Два штучки, где сейчас делаю? Так, три. Четыре. И пят. Все, готово. Сейчас, подожди, я тоже сделаю аптечку. Тут дверь, слышь? А я тебе что сказал? Говорю, там дверь. Зона одиночной игры, это что значит? Слышь? Открыть зону одиночной игры. Не, не надо зону одиночной игры. Ну а что по-другому-то? Ладно, давай тогда уже в следующей серии мы вот эту дверку откроем, посмотрим, что за этой дверкой. На этом серия когда заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч. Пока-пока.